Я жив лишь благодаря тебе. Я думал, что хорошо тебя знаю, но... Сотни писем твоего отца лежат непрочитанными, но одна записка от сестры все поменяла. Я и не знал, что у тебя есть сестра. У нас нет денег. Мы не можем позволить себе вернуться домой, в Старый Свет. Разве что ты вспомнишь, что такое работа. Рыбалка с динамитом? Ты серьезно? Ладно, на севере не хватает еды. Всех приветствую, всем приятного просмотра. Сегодня поиграем с вами игру под названием Anno. Блин, обожаю эту серию игр, так что давайте делайте себе чаек, делайте вкусняшки и давайте начинать. Так, что нам тут нужно по заданию? Выберите крак, щелкните, ага. То есть нам нужно будет... Не, куда? Ага, вот сюда сейчас подплыть, забрать динамит. Рекомендую бросать издалека. Да, окей, берем динамит и поплыли вот сюда. Сейчас нужно будет косяк рыбы заглушить, да? Давай, бросай. Ну? Ага, понял. Больше жареной рыбы. Левой кнопкой мыши мы это делаем. Есть. Привыкнуть и давай вот сюда одну. Нет, что, не попал. Мать божья, это было? Сейчас, а ну, давай в эту сторону. Есть, шикарно. Давайте забираем рыбку, отправляем ее по назначению вот сюда, если я не ошибаюсь. Подойдет что угодно, лишь бы плавники были. Да, понял. Так, поплыли. Сколько угодно жареной рыбы. Угу, чуть-чуть ближе. Горелым пахнет, мать. Давайте-ка это сюда, помогу избавиться. Да, держи. Вот билеты, поторопитесь. Никто не хочет, чтобы вы опоздали на свой корабль. Спасибо. Все, отправляемся. Вот и все. Мы покидаем этот рай. Я ведь толком ничего не знаю о твоей семье. Но, похоже, решение принято. Что ж, я поклялся защищать тебя. И не нарушу клятву. Хотя и глупцу понятно, что ты прыгаешь в навозную яму. Я никогда ни о чем тебя не просила. Ни после твоего побега, когда семейное бремя легло на мои плечи. Отца обвиняют в измене. Представляешь, останешься ли ты в стороне, зная, что отец в тюрьме? Ему так тяжело. Прошу, вернись домой. Твое место здесь. Это уже и не надеялась, что вернешься. Помнишь золотые пески? Наше любимое место. Но теперь здесь все иначе. Совет на стороне дяди Эдварда, а тот насаждает свои порядки. Сколько домов. Не знал, что ты из богачей. Зачем мы продавали рыбу и ночевали в амбарах? Твой друг не слышал о Гуде и сыновьях? Что ж, это долгая история, но не сейчас. Похороны начались.
Где тебя носило? Без тебя нам никогда не выплатить этот долг. Смерть забрала не того брата. Ничего, что нас мало. Зато здесь все, кого он любил. Предателей не любят, а их отпрысков и подавно. Тебе лучше исчезнуть. Обязательно. А пока я вложила все средства в небольшой остров и оплатила путь тем, кто остался верен отцу. Вместе мы вернем ему доброе имя. Сестра похожа на тебя. А это значит, нас ждет приключение. Вот и хлябь. Самый край земли. Надеюсь, вы любите тишину. Обожаю я тишину. Так, давайте приступать. Это наш новый остров. Так, шикарно. Глава первая. Давай немножечко осмотримся, что у нас тут есть на острове. Журнал заданий. Угу. Блин, остров, что? Конечно, небольшой. Конкурирующая компания? Ну, надеюсь, мы с вами справимся. Островке? Так, а если мы... Ага, не получится. Пусть, да, так дорогу провести. Пусть дядя Эдвард смеется. Остров скромный, но отца бы это не смутило. И тебя не должно. Так, давай, наверное, знаешь, как поступим? Сделаем вот так дорогу. Нужно дать кров верным людям, которые поддержали, да, нашу семью. Да, мы это все дадим, не переживай. Сделаем вот так дорогу, разметим сразу. Нам понадобится много людей, чтобы снести эти развалины. Плюс-минус, где-то у нас будет здесь жилой с вами квартал. Давай, наверное, отсюда тоже пойдем вот таким вот образом. И здесь мы сделаем с вами жилой квартал. Здесь мы будем рыбу ловить. Так, что нам нужно? Нам нужно поставить рынок. Угу. Давай, наверное, рынок мы поставим. Давай, наверное, изначально сюда, а потом уже посмотрим. Так, что по поводу жилых домов? Я не знаю, может делать... Если мы сделаем вот таким вот образом. Делать по 4, как вы думаете? Так, проходим сюда. Я знаю, что это мы будем не экономить с вами место, но хочу сделать вот такие вот кварталы с вами. Так, давай начинать. Ты не остаешься здесь из вредности? Всё, шикарно. Или пытаешься соперничать со мной? Хижина лесоруба. Поскольку ты любишь ответственность, у меня радостная новость. Расходы на похороны лягут на твои плечи. Да, без проблем. Можешь даже и не переживать. Так, давай, наверное, пока мы с тебя сюда. Злобный негодяй. Получил наследство и вот привередничает. Вот. Все, что нам осталось? Нам осталось с вами... Древесина. Чудно. Жилая ферма 87. Постараюсь не думать о гробах. Так, давай делаем таким вот образом. Если что, можно будет я потом все перестроить. Я проверила, что некоторые предприятия не могут доставить свою продукцию. Нужно это исправить. Все шикарно. Теперь скопировать. И давай, наверное... Скопируем вот таким вот образом. И вставить. Есть. Отлично. Что нам нужно? Нам нужен склад, да? Я так понимаю. Да, маленький склад. Маленький склад у нас будет, наверное, стоять вот здесь. Так, а тебя... Почему ты не можешь поблизости склада? Ну вот склад. Как жизнь? Да ничего, потихонечку твои как... Так, что нужно? Нам нужно построить склад. А склад мы построим с вами. Давайте немножечко ускоримся. Так, смена дня и ночи. Глянь, что о нас пишут в золотых... Самуэль, ваш отец? Угу. Слава богу! Мне стыдно за все, что Эдвард заставил меня напечатать. Не переживай. Он очерняет нас и нашего отца в каждой статье. Так, маленький склад. Ну, маленький папе склад мы с вами поставили. Папе бы не понравилось, что мы сидим без дела, пока остров в таком виде. Что мне нужно, что мне нужно? Мне нужно, чтобы они... Давай соберем жителей. Пусть приведут все в порядок. Так, уберите с острова следующие объекты. Да, давай уберем этот.
Вот берем вот эти. Так, забрать. Шикарно. Вместе нам будет проще перенести боль утраты. Забираем. Это мы тоже день забираем. День выдался тяжелый. Нужно накормить наших людей. Они очень устали. Во, построили, да? Древесина на исходе. Но здесь есть старые постройки. Их можно разобрать. Не переживай. Все мы разберем, все мы сделаем. Так, что ты хочешь от меня? Ты хочешь, чтобы я начал ставить рыбку, да? Окей. Так, как мне перевернуть здание? Вот таким вот образом. Давай, наверное, поставим пока месь. Я не знаю, две. Да, давай, пусть две рыбки добывают у нас. Давай проведем дорогу раз, проведем дорогу два. Один склад есть, он же достает, я надеюсь. Да, по идее он должен доставать, так у нас минус 140 баланс. Хорошо, мне нужно сделать вот таким вот образом, потом перенести древесину, выбрать, где мы у нас будет дерево с вами. А плюс нужно, чтобы у нас денежка капала, потому что она сейчас идет минус, минус 127. Нужно делать больше. Так, что я хотел? Я хотел это сначала скопировать и вы поднялись на вставить вот сюда. Вот таким вот образом. Да, давай, наверное, так сделаем. Почему? Что не так? Достаточно снести руины, да, отлично, покрупнее, и сюда вернется жизнь. Снесем, не переживай. Будет хорошо. Давай. Я вижу тоску в глазах твоих людей. Нужно позаботиться об их благополучии. Да все будет у нас отлично. Долгий был день. Твоим людям так не помешает немного промочить горло. Давай сюда. Давай, наверное, мы с вами как поступим. Что нам нужно? Нужно шнапс, да, изготавливать. Картофельная ферма. Я даже не знаю, куда мне ферму с вами поставить. Может, здесь у нас будет фермы, как думаете? Я же смогу сделать. Погоди. Давай делаем обычную скорость. Шнапс пока мне не надо. Как удалить, снести? Отлично. Берем дорогу. И ведем на другую сторону. Вот таким вот образом. А здесь, наверное, мы с вами шнапсы будем выращивать. Так, а ну, пройди дальше. Во. Не, не хватает чего-то. Почему не могу? Есть. А сюда провести? Так, необходимые материалы. Понятненько. Значит, мы здесь разрушаем. Здесь тоже собираем всю эту штуку. Большие пока не могу собирать. Почему, я не знаю. Так, давай, значит, шнапс. Дай мне, пожалуйста, вот все. Да, наверное, вот сюда. И смотрим. Делаем все возможное. Так, поле. Поле идет в эту сторону. Есть, отлично. Угу, все, 72, правильно? Да, есть. Значит, берем еще. Сюда картофель. Отсюда ставим и делаем поля. Есть, отлично. И винокурня. Даже не знаю, с какой стороны ее и поставить. Может, в эту сторону пойдем? Как думаете? Либо напротив. Хотя напротив, я думаю, лучше маленький склад пусть будет. Вот таким вот образом, да. А винокурню мы поставим с вами вот сюда одну, вот сюда вторую. Есть. Пусть занимаются. Плюс мне нужно будет еще дерево куда-то перенести. Добычу, наверное, куда-то сюда. Будем сейчас разбираться, что здесь. Ну да, 42% я, конечно, маловасенько. Могу разобрать? Нет, не могу. Вот это за туда, наверное, смогу. Город стал привлекательнее. Да, спасибо. Так, что это у нас? Пожарная часть. Хорошо. Пожарную часть мы с вами установим.
Ну да, надо не забывать, что здесь еще пожарная часть есть. Плюс школы, плюс... Плюс церковь нужно будет еще ставить, да, по-моему? Давай, наверное, пожарную часть мы влепим вот сюда. Это пока мы себя снести не могу. Что не хватает? Нам не хватает рук. Ага, вам люди нужны, да? Хорошо. Давай строить. И нужно уходить в плюс каким-то образом. Так, а я могу это все делать, улучшить? Ага. Как-то вот так, да? Хорошо. Карно. Значит, дерево мы переносим. Давай. Так, забрать. Дерево, значит, мы переносим с вами в эту сторону. 100%. Да, пусть здесь добывается. Отсюда мы, значит, тебя убираем, снести. И пока мне здесь не нужен. И пиломатериалы у нас будут с вами вот здесь есть. Отлично. Ну что, я смогу построить дорогу дальше, либо нет? Так. Угу, не могу. Все-таки не хватает. Ладно. Значит, нужно будет сейчас ждать, пока здесь начнутся пиломатериалы. Ага. Давай, наверное, ускоримся. Со дня похорон будто вечность прошла. И надо же было так потратиться. Не переживай, все будет хорошо. Мне главное сейчас... Отблагодаришь меня за доброту. Так, благодарите за доброту. Плати, да, давай. Или продавай компании. Ничего, сейчас мы раскрутимся, сейчас мы построим с вами корабли. Луна воняет, но раз уж есть только фермерские обноски... И мы потом к нему сплаваем, ребят. Так, лесопилка. Давай. Будет ли конец бесстыдным требованиям дяди? Снести. Так, ты кто? И что это означает? Твоя неспешность. Так, предметы. Ты хочешь, чтобы я заплатил, правильно я так понимаю? Должна быть на складе одежда 4 штуки. Ну, до одежды нам еще пока рановастенько. Я хочу построить еще сюда картоху. Вот таким вот образом, чтобы занять территорию. Вот, шикарно. 3 штуки должно хватить. Дальше идет ферма. Так, а ну, дай перевернуть. Давай, наверное, сделаем вот так. Раз, два и три. Отлично, значит, сюда еще одна ферма, да? Влезет. Так, раз, два, три. И так дальше и пойдем. Не знаю, нужно ли еще одну ферму. На всякий пожарный. Давай ставим. Раз, два и закрываем. Все, отлично. Здесь мы с вами будем что делать? Да, изготавливать одежду. Ставим 2 штуки. Пусть пока не сработают. Я знаю, что это не все так быстро происходит. Но что поделаешь, так, паб. Людям нужен паб. Но паб у нас будет, когда мы разберем вот этот вот дворик. А когда мы его разберем, не знаю, наверное, когда мы сможем выполнить все задания, да? Так, фермы. Повысить уровень счастья 16 на 25. Угу. Я бы это с радостью сделал бы, конечно. Но, к сожалению... Так, что вы хотите? Знаю, вы заняты, но есть одна просьба. Да, я тебя слушаю. Так, у нас это так дело, да, еще. Угу. Для нас немного дров. Вы же да. Не прогоните меня. Нет, не прогоню. Бери. У нас же должны быть дрова, правильно? Где наш склад? Скажи, что все уже готово. Черная овечка, где же твоя шерсть? Вот она, хозяин. Мешка 4 есть. 15 тонн древесины. Ага, древесина у нас маловастенькая. Но вы же обещали помочь. Так я и помогаю. Ага, у меня тратится на что? Тратится на вот эту штуку. Пора вздремнуть в сене. Давай сейчас подождем. Не будем делать древесину. Так, давай вот сюда. Улучшаем.
Есть, отлично. Отлично. Сейчас, когда выйдем в плюс, сразу жизнь наладится. Так, ну что там по поводу склада? Я могу тебя улучшить, да? Но пока месть нет такой возможности. Расплюсь, так, 9. Да? Да. Кто бы мог подумать? Все, выполнили. Вы молодцы, хорошо, шикарно. Нас не заменили на станки? Нет, конечно. Так, постройте один паб. Я один паб-то построю, но я хочу его построить конкретно в этом месте. Вот здесь я хочу паб построить. И здесь, к примеру, церквушку. Но здесь я не могу этого сделать из-за того, что вот это вот мешает. Так, мне требуется больше людей, хорошо. Значит, ждем, пока у нас появится больше людей. Так, фермы повести уровень счастья 16-25. Фермеры. А как мне повысить? Что вы от меня хотите? Изменить условия труда. Так, фермеры на уровень счастья. Модифицировать производство. Ага, то есть я могу модифицировать. Так, счастье фермеров. Блин, так и вы так должны быть рады. Изменить условия труда. Так, производство, если вот таким вот образом сделаю. Так, изменить. Минус 50%. Не, это так не работает, да? Тогда возвращаемся на то, что было. Пока я не знаю, как повысить счастье. Плуг из металла все изменил, да. Но вот. Честно, пока не знаю, как повысить им счастье, но и не важно. Ну что, я могу снести? Нет, не могу. Так, у нас тут уведомление, игра сохранена. Хорошо, нужно будет включить, наверное, потом автосохранение и сохраняться вручную. Постройте паб. Так, что нужно? Ферму построить. Так, выполните это задание, чтобы продолжить путешествие. Счастливые люди предпочитают устраивать красивые парады, а не... Они готовы дарить вам свои проблемы и возражать за решение. 16-25. Кормит хотя бы. Ага, уровень счастья. Вот, им паб нужен. Я построю вам паб, ребят. Построю, но мне нужно для начала... Для начала, чтобы вы снесли это все. Давай, наверное, сделаем вот таким твои вот образом. Есть. Силы и жаждут действовать. Раздай указания. Нам нужно еще больше места. Да, мы это сделаем. Только мы сейчас сначала паб этот снесем. Поговори с нашим кузеном. Он пишет о стачке в золотых песках. Делаем вот так. Ставим сюда паб. Все, отлично. Кажется, не только мы недолюбливаем Эдварда. Теперь у нас здесь будет вот такая вот зона, чтобы мы строили... Пламя разгорается. Потуши же его. Церквушку. Так, тушу. Задействовать. Я снова в долгу перед тобой. Не зря же я поставил, правильно, пожарную часть. Так, шикарно. Здесь, значит, мы... А у нас есть украшения? Так, скромный парк. Травка. Кустарник. Это что такое? Взрослое деревце. Так, яблоня. Давай, наверное, яблоню сюда посадим. Вот таким вот образом. Я думаю, он будет шикарным. Что мне нужно? Мне найти неподалеку. Ага. Если бы твой отец позволил, мы бы построили это вместе. Что ты на меня режешь? Что ты от меня хочешь? Скажи, пожалуйста. Ну, я тебя нашел. Дальше что? Пока непонятно. Так, найдите вашего кузена, который возглавляет толпу бунтующих. Ага, где-то здесь должен быть. Вот, есть. Мы скорее умрем, чем останемся здесь. Мы все еще преданы Самуэлю. Эдвард больше не будет нас угнетать. Так, хорошо. Забрали бунтующих, да? Где-то еще должны быть здесь. Водизочки. А, вот вы здесь. Раз. Еще двоих.
Слышу, но не вижу. Вот, вижу. Не, дай сюда. Отлично. А где-то еще они, да, должны быть? Так, а ну, ребята, помогайте мне. Вот вы, где? Все, я их забрать. Жизнь подальше от Эдварда. Ну, конечно, будешь со мной жить. Только вот о чем? В моем городе. Так, строить. Отлично. Возьмите меня с собой. У меня и корабль есть. От тетушки достался. Ее второй муж был моряком. Серьезно? Ну, давай. Так, выберите. Выбрать, ей забрать. Я несказанно рад. Все на борту. Отлично. Да, отправляемся. Угу. В нашем полку прибыло, да, я смотрю. Ты похищаешь людей? Совсем совести нет. Но погоди, сам посол Ее Величества об этом узнает. Слышь, ты сам погоди. Что хочу, то и делаю. Мой остров, мои правила. Похищение? Серьезное обвинение? Да не было похищения, они сами захотели. Позвольте, извините, но это вранье. Мы ушли по своей воле. Ну вот, про что я говорил. Как твою раз так? Давно надо было от тебя избавиться. Ничего противозаконного. Семейные неурядицы естественны и не слишком важны для короны. Прошу прощения, забыл представиться. Прощаю, все хорошо. Сэр Арчибальд Блейк, посол и доверенный Арчибальд. Лицо королевы. Мы с ее величеством были рады узнать. Здорово, о вашем Арчибальд. Возвращении. Сожалеем о смерти вашего отца. Он стал жертвой несправедливого суда. Беда в том, что похороны некому оплатить. А кто-то живет, как сыр в масле катается. Увы, Эдвард сообщил мне о ваших обязательствах. Боюсь, вам придется исполнить их, прежде чем я выдам вам лицензию на судостроение. Ля ты крыса. Эдвард заявил Королевскому совету о долге? Не бойтесь, этот тиран больше нам не помеха. Да. Как только мой станок заработает, правда настигнет Эдварда. В благодарность передаю вам в пользование свой корабль. Шикарно. Спасибо. А это уже хорошие новости. Да, ребят, у нас здесь с вами будет газета. Сейчас. Так, давай корабль сюда. Я жарю, у нас с вами будет газета, и мы будем там печатать долгом новости. Я вам помочь не смогу. Но королева порадуется, узнав о ваших планах основать компанию. Мы будем печатать с вами там новости, но единственная проблема то, что если я буду писать новости те, которые мне угодны, вроде бы, если я не ошибаюсь. Эдвард будет мешать нам построить верфь, но пока давай хотя бы дадим рабочим кров. То люди будут бунтовать. Так, Ханна просит лучшее жилище. Рабочих первого уровня. Хорошо, улучшаем, да? Вы поднялись. Есть, на новую отлично. Ступень. Ага, у нас плюс 200, хорошо. И как посмотреть, что ты всему, да? Рада, все у вас есть. Так, склад. Мы... Рабочие могут снести особо прочные руины. Раз уж хлябь, сердце нашего предприятия, все должно быть идеально. Так, сейчас мы это все снесем. Сейчас мы Честный это все пруд. Снесем. Все, что мы просим. Сейчас дай посмотреть, что я хотел. Что надо? Уберите остров. Для постройки верфи, о которой мы мечтали, нужно много рабочих. Рабочие будут. Ты не переживай. Но, во-первых, мне нужно следить за тем, чтобы... Соперник основал поселение. Ля, ты крыса. Где? Я знаю, что здесь есть острова. Здесь есть острова. Давайте, наверное, мы свой корабль сюда отправим. Куда-то, не знаю. Вот в эту сторону. Может, получится захватить какое-то. Только я не помню, что нужно... Стой, подожди, вернись.
Я помню, что нужно для строительства, по-моему, дерево, да? Если я не ошибаюсь. По-моему, либо дерево, либо доски. Так, ячейка, ячейка пустая. Погрузка, выгрузка. Угу, не то. Давай по 10. Давай 27. Не помню, дерево надо, не надо, но пусть будет. Ладно, пусть будет вот таким вот образом. Много древесины. Нужно пополнить запасы. Да. Пополним. Сейчас разведаем остров и, возможно, захватим один какой-то островок. Да, я не хочу здесь спешить. Не хочу здесь спешить. Хочу строиться потихонечку, помаленечку. Так, мы это тоже забираем, это тоже забираем. Все, вроде здесь больше ничего нету, да? Сейчас нужно будет посмотреть по поводу, что там строит. Так, картошка. Ага, пожарная часть есть. А где наши... Так, фермы, ага, вот рабочие. Что нужно? Мощеные дороги, кирпич, колбаски. Это кто у нас? Это у нас профсоюз. Ага, нужен профсоюз, да? А, обязательно его сюда ставить, либо нет. Или можно профсоюз будет и куда-то возле водички. Как думаете, будет он тут смотреться возле воды у нас? Может, тут его и построим, этот профсоюз? А почему бы и нет, да? Давай, наверное, тут у нас будет с вами профсоюз. Дай посмотреть, что здесь у нас находится. Так, уголь, железо. Хочу захватить. Хочу захватить этот остров. Так, где наш корабль? Где наш корабль? Помните, что королева ценит любую помощь. 2800, хорошо, давай. Отлично. Так. Терпение королевы на исходе. Поторопитесь. Погоди. Я понимаю, что на исходе. Мы плывем сейчас сюда. Захватываем этот остров. У нас тут болгарские перцы, да, можно выращивать. Отлично. Так, что нужно? Постройте маленький склад и соедините дорогой со складом. Ага, достать им будет назначение. Кирпич, это мы не доставим. Что нужно? Привлеките 150 рабочих. Окей. Давай, наверное, мы сюда. Ага, мне нужно 8 металла, да? Ладно, тогда половина, значит, вот в эту сторону. К сожалению, пока я металл не смогу добывать. Мне нужно заняться совсем другим. Хорошо. Так, кирпичи у нас добывается с вами здесь. Раз. Два, да, наверное. Два, есть. Это мы забираем. Это мы тоже забираем. Смотрим дальше. По поводу дороги. Дороги, дороги. Ага, а где мы сможем добыть с вами камень? Жилые фермы, малые фермы... Тут же по-любому где-то мы камень сможем добывать с вами, твои правильно? Твои вещицы удовлетворят даже самого разборчивого клиента. Так, железо, железо, уголь. А я таки извиняюсь, а где у нас тут есть камушек с вами? Цинк. Известняк. Медь. Известняк. Вот это я не могу понять, где у нас находится камень. Камень. Правильно, мы же камень же с вами не добываем. Вроде бы нет. Либо я что-то не понимаю. Хорошо. Ладно, давай, наверное, пока мы с вами построим обычную дорогу от фермы вот сюда. Вот таким вот образом все. Ты что, удовлетворен? Не? Хорошо. Да что за город так? Такой без склада? Да будет тебе склад, не переживай. На.
Держи, прямо возле тебя. Вот таким вот образом. Всегда рада твоей помощи. Лучше поздно, чем никогда. Ну, согласен, обращайся. Так, смотрим дальше. Рабочие. Ага, кирпич, кирпич, кирпич. Кирпич, значит, мы будем с вами здесь и производить. Небольшой совет. Ну, какой? Будьте всегда начеку. Хорошо, учту. Значит, кирпичный завод будет с вами две штуки вот тут таким образом. Нужно будет посмотреть по поводу камня и ему понять, почему мы не можем добывать с вами камень. Так, ты кто? Не ссорьтесь с Берил, и она откроет вам все двери. Окей. Так, вот наша, да, лодочка. Плыви, наверное, сюда. Блин, островок-то маленький. И хотелось бы захватить себе что-то, но мне нужно будет перед этим построить железо. А где это железо у нас делается, я пока, если честно, без понятия. Так, что не так? У нас слишком мало рабочих. А, ну да, мне нужно рабочих побольше вам сделать. Ну хорошо, давай улучшаем до рабочих. Мы нашли пару очень бойких репортеров. Наше издательство вот-вот откроется. Так, эй, слушайте, как насчет одной штуки? Вы хотите сотворить для нас еще? Поможете нам? Да, давай, поможем. Заберем бур. Угу, недостаточно. Нам, кроме заботы, ничего и не нужно было. Двигаемся дальше. Для большей эффективности нужно кое-что подправить. Что именно? Так, предметы. Бур. Производительность влияет на глиняные карьеры, внимание, да? Внимание! У нас начальство! Угу. И куда мне этот бур поставить? Наверное, вот сюда, да? Так, улучшаем. Есть, отлично. Блин, а куда мне этот бур? Я помню, что можно было куда-то его... Так, изменение труда. Нет, это не то. Товары, предметы. Ремесла. Блин, а куда ж мне его? Этот бур. Я таки извиняюсь. Я помню, что можно было куда-то вставлять их, а только куда? Переносить. Так, сэр Арчибальд, хорошо. Нам сейчас не до сэра Арчибальда, нужно будет... Где наш кораблик? Вот наш кораблик. Отправляйся домой, когда у нас будет с вами металл. С вами металл. Нужно будет захватить потом остров. Я могу тебе скупляться? Нет, к сожалению, я тебе не могу скупляться. Ну и ладушки. Так, рабочие есть. Профсоюз. Но я профсоюз пока не могу сделать, а мне не хватает кирпичей, к сожалению. Так, к сожалению, мне не хватает кирпича. Ну, здесь вроде производится, и здесь вроде производится. Давай тогда ускоримся. Потому что мне нужен профсоюз, я так понимаю. И нужно будет посмотреть, где же размещаются наши предметы. Не хватает рабочей силы. А что я могу сделать? Что я могу сделать, ребят? Так, есть, отлично. Все, по идее, должно хватить. Смотрим. Кирпичный завод есть, колбаски. Давай смотрим по поводу хрюшки. Куда мы с вами хрюшу поставим? Хрюшу, наверное... Мы с вами поставим вот сюда. Мы все делаем с любовью. Да, так это хорошо. Это отлично. Так. Хрюшу сюда. Давай еще одну. 5 штучек нужно будет поставить. Да, и еще одну хрюшу. Сразу ставлю 3. Так, не может, да? Окей. Сразу ставим 3.
О, таким вот образом, чтобы было. Не хватает рабочей силы. И будем производить с вами колбасы. Я знаю, что мы идем в минус. Наверное, пока мы две колбасни с вами поставим, делаем дорогу. Проводим ее вот таким вот образом. И что нужно? Нам нужно еще больше людей. Так, пап достает, достает. Колбасы, кирпичи у нас готовятся. Блин, вот это тут по поводу камня, я не уверен. По поводу камня я не уверен, где мы его будем производить. Давай ускорим немножечко, да, этот процесс. Ага, не могу, у нас камешка нету. Ну и ладно. Так, производит, производит. Фермеры. У нас тут обычные дороги, грунтовые. Но смотри, я здесь строить пока я не могу. Либо я его не вижу. Возможно, на следующем уровне оно появится. Так что я хотел. Я хотел скопировать. Вот таким вот образом. И вставить вот сюда. Не хватает рабочей силы. Да-да-да, я знаю. Сейчас у нас рабочая сила будет, не переживайте. Так, делаем вот так вот. Дальше. Угу. Да, отлично. Отлично. И здесь потом уже достроим. Сейчас тогда пусть оно все строится. Что по поводу рынка? Вам рынка тоже, да? Наверное, будет не хватать. Так, рынок, рынок, рынок. Где ты рынок? Вот ты рынок. Но здесь придется, наверное, рынок ставить в эту, да, сторону. Да, давай рынок сюда. Дорогу проводим вот таким вот образом. Есть. По поводу паба. Ты ж не достаешь, да. Ты не достаешь, хорошо. Так, шнапс, шнапс, шнапс. Побух, пожарные. Пожарных нужно будет, да, сюда? Так, не то. Не то нажал. Вот сюда пожарных. Есть. Нужен паб. Шикарно. И тут нужна дорога. И тогда здесь что-то еще разместим. Не знаю, может церквушка будет, либо театр какой-то. Пока будем делать как-то так. Так, мы ускорились. Хорошо, плюс 110 у нас идет. Угу. Я не могу, потому что... Нету 25 у нас с вами досок. Только пятерочка. Так, а ну... Предметы, предметы. Давай вот сюда. Есть, шикарно. Я помню, что можно было как-то сюда предметы вставлять. Так, по-русски, выгрузка. Парозушные платформы, товары. Я помню, что где-то здесь это было. Ну, возможно, в профсоюзе будет, и мы сможем вставлять в профсоюз. Сели в лужу? Что ж, со всеми бывает. Ну да, есть такое. Это я не выполнил его задание, не привез ему кирпичи. Но я думаю, он не сильно расстроится. Блин, или перенесем профсоюз, как думаете? Или профсоюз перенесем вот сюда куда-то? Да, давай здесь, наверное, пусть будет. Сейчас нужно будет дождаться 25. Вот, 25 есть. Хорошо, отлично. Смотрим. Да. Не вот, скажу, бур. Что не верила в такой исход. Только нужно эти профсоюзы, по-моему, если не ошибаюсь, вот сюда, да? Вот таким вот образом перенести. Что тут? Производительность производит затраты на содержание. Место просвещает на глиняные карьеры, да. Ага, значит, вот такие профсоюзы нужно будет ставить возле тех мест, где мы с вами добываем. Все будет, не переживай. Минус 109 у нас. Хорошо, давай тогда попробуем улучшить. Наше издательство все, 79. Вместе с городом. Мы вносим последние правки в первый номер газеты. Вы умнички, молодцы. Так, могу вас улучшить? Нет, не могу. Рынок, паб тоже не могу, к сожалению. Вот этот вот склад. Лучший склад, что нужно? 20 кирпича, да? 16, угу.
Сейчас, как только мы наберем с вами рабочих побольше, а мы их наберем рано или поздно. Так, плюс, плюс, рыба, плюс идет доски. Да, с досками проблема. Можно, конечно, деревья посадить, где-то лесопилку, не знаю, может. Так, закрой, пожалуйста. Недостаточное количество, недостаточное количество. А, есть долг, да, сейчас мы разберемся. Я думаю, может, дерево где-то в эту сторону с вами перенести. Так, заброшенная кузница. Не, нужна дорога. Дорога вот, вот все. Да, да. Есть, отлично. Тут тебе тоже нужен будет склад. Мы тут добывать глину будем. Здесь у нас что? Место известняк. Тогда дорога у нас идет вот сюда. Здесь мы сейчас еще строим с вами лесорубов. Соточку делаем таким вот образом. Потом проводим дорогу таким вот образом и ставим маленький склад. Есть. А плюс еще доски мы здесь с вами будем делать. По идее, должно хватить. Мы здесь как раз известняк будем добывать. Делаем все возможное. И лесорубы у нас будут, и доски будем делать. Хорошо. В принципе, шикарно. Так, что у нас там по заданию? Привлечь 150 рабочих. Угу. Этих не могу, зато это вам, да, могу улучшить. Есть 139. Вы поднялись есть на новую ступень. Угу. Теперь мы можем с вами хлеб, церковь. А вот про церквушку то, что я говорил, ребят. А вот и церквушка. Тебе есть стойкость отца. Эти люди пойдут за тобой, как когда-то шли за ним. Думаешь? Это хорошо, это хорошо, это хорошо. Блин, церквушка огромная такая. Я не знаю, может... Может мы с вами... Твои тряпки ни на что не годятся. Паруса! Мне нужны паруса. Тебе все равно от них нет проку. Я бы тебе сказал бы, но... Боюсь, нас будут детки смотреть. Дядя явно хочет помешать нам заполучить собственную верфь. Давай, наверное, церквушку мы с тобой сюда поставим. Есть, отлично. Теперь нам нужен хлебушек. Хлебушек, хлебушек. Ферма, зерно, зерно, зерно. Давай, наверное, ферму мы с вами поставим. Я не знаю. Давай посмотрим, как она будет выглядеть. Это ферма зерна. Есть, отлично. 144, хорошо. Давай тогда таких пару штучек здесь установим. Вот таким вот образом, чтобы полностью всю площадь задействовать. Так, нужно три штуки. Я сюда ставлю по три штуки, и потом мне хватает за головой этого всего. Так, мельница. Мельница у нас будет с вами. Да, давай, наверное, здесь, либо где-то возле склада я смогу поставить. Давай, наверное, мельницу сюда поставим. Вот таким вот образом. И производство хлеба. Потом, если что, переделаем. Угу. У нас опять минус 188 по денежкам. Церковь, маленький порт. Что это такое у нас? Пристань, склад, портовая канцелярия. Портовая канцелярия, ага. Портовую канцелярию тогда придется нам поставить, наверное... С вами всю... Да, есть склад. Чего-то не хватает, да? Давай, наверное, склад у нас с вами будет вот... Вот здесь, вот таким вот образом. Есть. Угу. Пристань. Что от меня требуется? Услуга за услугу. Так что нужно? Услуга за услугу. 4800. Хорошо, держи. Несложное дельце. Ну да, согласен. Денежку тратить несложно.
Так, что я хотел посмотреть. Ага, нам нужна овцеферма. Производство парусов. Так, она же вроде есть, да, овцеферма, если я не ошибаюсь. Мы где-то вот да. Ага, ну значит будем сейчас с вами делать паруса, ребят. Раз у нас битком забито. Вот. Пусть делается пока один парус. Смотрим дальше. Хлебушек есть, все есть. Угу, это мыло, это стальные балки. Как раз нам понадобится, чтобы захватить еще один остров потом. Только мне нужно еще камушек. Что по поводу рабочих? Минус 150. Значит, нужно их улучшать. Есть. Минус 50 рабочих. Нужно сейчас выйти в ноль. Во, плюс есть. Скоро они будут на каждом углу. Хорошо. Знаю, вы заняты, но есть одна просьба. Да, я тебя слушаю. Что ты хочешь? Достать зерно. В башню. Угу, силосная башня. Где нужно? И куда нужно? Мы все делаем с любовью. Я понял. Так, силосная башня. Могу куда-то установить рядышком? Нет, не могу. А сюда? Да, друзьями, да. Мы все равно не станем. Вообще все равно, не поверишь. Мой тюремный корабль не доводилось видеть. Если увидишь, верни мне все, что уцелело. Да, хорошо. Так, свиноферма, свиноферма. Блин, это нужно будет сейчас разрушить, да, наверное, одну какую-то штуку. Точнее, вот эту вот. Поставить сюда силосную башню. Вот, есть, отлично. И сюда. Сюда пятую. Так, все. Мы с тобой справились по заданиям. Доставьте зерно к силосной башне. Но зерно у нас здесь производится. Так что давайте, ребятки, я вас верю. Достойно. Так, что нужно? Прибудьте в пункт. Прибудьте в пункт, прибудьте в пункт. Хорошо. Ну, давай прибудем. Конечно, как не знаю. Той услуги? Что от меня хотят? Как насчет той услуги? А как... Вы справляетесь? Так, что нужно? Подберите в пункте назначение маяк. Теперь все рада, что все не напрасно. Так, и что ты хочешь от меня? Рада, что все не напрасно. Так, доставьте в пункт назначения 10 тонн вашего дела. Ага, вот сюда, да? Ну, давай поплылим. У нас пока здесь карта не открыта, так что не видно, что от меня хотят. Так, есть долги. Заберите с места крушения... Судно, это мы заберем. У меня корабль один, к сожалению. Так что нужно будет ждать с вами. Я принцесса Цин. Угу. Мои родители доверили мне миссию посла. Цин-цин. Окей, понял. Так, маленький порт. Принцесса приносит с собой дух волшебства. Угольная печь. Давайте, наверное, угольную печь, мыло, пушки, мы все остальное пока поставим мы с вами позади темные дела. Готовить не будем. Уверена, вы рады, что все позади. Конечно, прям кайфует этого. Так что нужно корабль крушением. Давай отправляемся сюда. Сейчас забираем с вами по заданию. Контейнер, да? Я так понимаю. Либо конверт с письмом, что здесь у нас упало. Доставим. Нужно еще фермеры. Будет 8 штучек. Улучшить один домик. Так, пока миссия у нас плывет. Давай улучшать. Так, минус 7 у нас. Минус 6. Так, еще пару фермеров. И один есть. Плюс один фермер. Хорошо, отлично. Ну, кораблик, давай быстрее. Вот он у нас на мини-карте.
Так, шикарно. Забрать. Что не так? Забрать не могу, да, забрать. Угу, дерево надо будет выбросить. Мы спасены. Есть, да. Убережете ли вы нас и от несправедливости? Обвинения Эдварда безосновательны. Он лжет. Так, заключенным. Что мне нужно? На нем печать Эдварда. Так, приместить. Даже не думай приютить этих заговорщиков. Доставь их в тюрьму, и, возможно, я спешу твой долг. Давай доставим. Заговорщика, вскрыть письмо. Прочти письмо. Он явно что-то замышляет. Так, прочел. Есть. Это же имена людей, которым отец доверял. Юристов, врачей, ученых. И что нужно? Ну. Доставка. Жив. Он-то знает, как заткнуть рты критикам. Все, мы доставили. Мы молодцы. Вы даете грешников, чтобы стать ангелом? Я знаю о вашей семье. Все. Так, что ты от меня хочешь? Уйди отсюда. Вот и умничка. Напишу сэру Арчибальду, что твои обязательства выполнены. Я рад. Сэру Арчибальду. Вот, держите! Спасибо. Я уже чувствую запах смолы и вижу, как качаются мачты. Так, я думаю, нам нужно, наверное, улучшить наш склад. Правильно я понимаю? Вы подарили нам лучшую жизнь. Отлично. И нужно будет посмотреть по поводу... Так, что у нас здесь? Угольная печка. Угольная печь. Возможно, у нас будет угольная печь... Пока мне здесь находиться. Так, плавильня. Плавильня у нас огромная. Делаем по поводу... все возможное. Ага, соточка. Хорошо. Сюда влезет? Нет, сюда не влезет. А если мы тебя перевернем? Вот, отлично. И здесь у нас будет с вами металл. А металл будем производить, к примеру, мы... Вот тут. Сейчас берем дорогу. И проводим. Все, отлично. Прячь бутылки скорее! Отлично, отлично. Только единственная проблема, что... Угу. Заготовка. Да, давай, наверное, сюда. Две штучки поставим. Нужно будет с вами... С вами еще людей. Мне не хватает 228 человек, видите, рабочей силы. То есть мне нужно будет сейчас улучшать наше здание. Так, оружие. Плавильня. Не знаю, нужно ли нам оружие на данный момент. Я думаю, что нет. Пиво. Пиво будет дальше. Ага, и полицейский участок. Здесь нужно будет в серединке еще поставить с вами полицейский участок. Но для начала я хочу, чтобы заработала плавильня. Для этого мне нужно улучшение... Во-первых, вот таким вот образом есть плюс 109. И плюс здесь мы тоже с вами улучшаем. Нужно будет следить за этим всем. Так, улучшение. Все, пока мест нету. Минус 88 человек. 84. Не хватает рабочих рук. Ну что, вы не можете в две смены как-то попробовать сделать это? Так, постройте верфь, парусное судно. Ага, где мы будем с вами строить? Будем здесь с вами его строить. Хорошо. Шикарно. Что мне нужно? Мне нужна, во-первых, дорога. Дорога, я сказал. Вот таким вот образом. Все. Вроде есть. И нужно посмотреть по поводу металла.
У нас тут хоть шаром покати. Да я понял. Я понял. Угу. Ну тут 95% идет. Здесь вроде все отлично. Минус 36 человек. Ага. Сейчас мы с вами еще поулучшаем домики. Какие могу? Вот эти вот могу, да? Так, плюс 25 человек. Все, есть, плюс 30. Отлично. Теперь должно хватить. Чего не хватает? Так, железо. Медь, медь, медь. Известняк. Так, это у нас плавильня. А идея таки, извиняюсь, наши... Добыча. Где добыча? Добыча, добыча, добыча железа. Железный рудник на острове 0. Ага, на острове у меня железа вообще нету, да, я так понимаю? А нет, должно быть. Только где оно? Вот, вместо железа. Но мне нужно будет сломать сначала каменную эту стенку. Это у нас цинк. Давай запрячемся. Что не так? Почему я не могу тебя открыть? Так, здесь производится товары, железное производство. Верфь. Блин, а я могу купить просто железо, либо не могу. Решили ковать железо простому человеку, нужна помощь. Так, сделать фото. Есть, отлично. Подтвердить, продолжить. Хорошо. Я помню, что, по-моему, нужно будет за ваше здоровье. Снести конкретно вот это вот место. Но когда у нас появится динамит? На данный момент сейчас у нас этого нету. Вы скоро сделаете себе имя. Так, фотографируем. Хорошо. Подтвердить. Наша первая верфь. Задокументируем этот момент в первом номере. Шхуна. Постройте эту шхуну. Ага, продайте Арчибальду шхуну. Малова вторая. Хорошо. Строится шхуна. Мы ее продадим. Мне нужно, во-первых, понять... Отличный снимок. Он покажет, как творится история. Предметы. Что здесь? Ага, Заказ на суда для королевского флота. Пшеница. И так много. Это редкая честь. Пшеница, пшеница. Может, у них тут металл есть? Я смогу себе не закупить. Не знаю, сможем ли мы изготовить такое оружие. Есть ли у нас железный рудник? Угу. Мы с тобой не торгуем, да, еще? А у нас нету железного рудника. Ага, вот есть. Построить шахту. А я не могу шахту построить. До железа так не добраться. Во, нам, по-моему, сейчас дадут динамит. Через гору. Да, нам сейчас дадут динамит, по-моему. У нас еще есть динамит. Можем пробить себе путь. Да, давай. Так что нужно скажет, что кирпичи. Некрасиво, есть, отлично. Рабочие смогут начать с добычу. Сейчас мы, ребят, с вами начнем производить. Что вы творите? Взрывные работы — это вам не шутки. Нужен специалист. Работа давай наймем. Тяжела. Поможете мне? Так, работа посла тяжела. Плюс 5. Блин, надо это помочь. Это альтруизм. Что нужно? Подберите в пункте. Вы благоразумны. Попутного да. ветра. Что ты хочешь? А, куда? Нет, погоди. Мне нужно понять, куда она хочет, чтобы я отправился. Ага, вот сюда. Координаты приняты. Сейчас мы сюда плывем. Получаем награду. Чем радуете? Словно дождь после засухи. Вот, и как раз продаем, правильно я понимаю? Спасибо. Так, продать. Только не говорите, что я... Да, мы продали с вами. Так, что нужно? Нужно найти мастера-подрывника. Как мне это сделать? Мне нужно вручную его найти, правильно я понимаю?
торгов. Либо как это сделать? Так, найдите мастерскую подрывника. Мастерская, мастерская, подрывник, подрывник. Ага, вот идем. Да, ребят. После протестов немало мужчин отправилось. Сейчас мы сможем делать динамит и взорвать. И как раз у нас будет железо. И нужно будет как раз захватить остров. Был близок к вашему отцу, в том числе и Томаса. Их отправили в Вормвейс. Больше я о них не слышала. Если найдете моего мужа, умоляю, передайте, что жена очень тоскует по нему. Это место, где погиб твой отец. Прошу, держи себя в руках, что бы ни случилось. Хорошо, постараюсь. Вот вы где, дети изменника. Слышь, мудила грешный. Не несите чушь. Для человека, который продал остров самой королевы мятежникам, предатель — слишком мягкое слово. Отец бы такого не сделал. Он был человеком королевы, членом совета. Он повесился в своей камере. Я считаю это признанием вины. Мы пришли сюда не ругаться, а заключить сделку. Нам нужен подрывник. Томас. Я его помню, смутно. Упрямый, болтливый и такой же невиновный, как весь здешний сброд. Мелкая сошка. Отпущу под залог. Заплатите все до последней монеты и забирайте его в любую минуту. Сколько ты хочешь? Так, сколько ты хочешь, сколько ты хочешь. Это мне нужно его не искать. Не знаю, стоит ли он таких усилий. Тут все люди безнадежные. Ищите подрывника. Эй, вы, вернитесь в камеры. Побег? Куда бежать? В дивный новый мир Эдварда? А как мне его найти? Мне просто тыркать нужно. Я бы рад сбежать с каторги, что устроил Хмурсон, но, увы, не смогу помочь. А кто сможет? Хмурсон заставил меня чесать ему спину. Алло, ребят. Подрывник? Я бы тут подорвал что-нибудь. Давай. Ну вот, я ж тебя нашел. Что ты хочешь? Так, ага, 53. Договоры, действия. Ну да, у нас пока весь мир. Нужно будет союз заключить с ними. На данный момент пока весь у нас вроде все нормально. Так, вот это вот я не могу понять. Ага. Что от меня хотят? Решили, что я вам доверяю? О, у тебя железо есть. Слышь, а что ты молчишь, придурок? Хочу железо. Давай вот сюда. Давай ускоряемся. Так, ищите подрывника в каменоломне на острове. Но я нашел его. Не терпится начать бой. Либо нет. Так, а ну, иди-ка ты сюда. Я всегда слежу за вами. Решили, да, что я вам доверяю. Продать, продать, продать. И закупить. Вот таким вот образом торговля. На мошенничество не тянет. Согласен, мы с тобой нормально поторговали. Так, все? Мы справились? Не справились? Либо мне нужно на корабле его забрать. Сейчас, ребят, погодите секундочку, я отправлю сюда домой корабль. Здесь построю. Мне нужно... Ага. Мне нужно 7 пушек. Понял, надо будет потом пушки, наверное, просто закупить. Не знаю, нужно будет и делать не нуна. Нуна, не нуна. Наверное, не нуна будет. Так, ищите подрывника. Каким образом? Эй, вы, вернитесь в камеры! Инженер Самуэля Гуда,
Да, это я. А что? Все, нашел. Да ничего, хочу тебя забрать домой к себе. Я страдал и заслуживаю боль. Он готов к транспортации. Ну, так давай его сюда. Так, отправьте корабль начальника тюрьмы к вашему острову. Остерегайтесь негодяев. Так, дождитесь прибытия в ваш порт. Хорошо. Давай с вами это все выгрузим. И пусть начнет работать наша плавильня. Шикарно. Вроде плавильня должна работать, правильно я понимаю? Нет нужных материалов. Да, да, есть. Отлично. Нужно будет забрать потом с вами... Угу, какой-то из этих островов нужно будет у нас вот забрать. Постарайся произвести хорошее впечатление. Друзья отца, наши друзья. Так, начать. Теперь меня покупают и продают как вещь. Твой ой, ну не, не относился ко мне по-людски. Не, при, знаю, не привели еще. Не знаю, чего ты добиваешься. Но Самуэля не вернуть. Слышите, я выкупил. На тебя пахать и... золотые пески нельзя превзойти. Даже не думай. Я тебя выкупил, а ты мне вот такое, да, тут говоришь? Так что у нас здесь на острове весь? Виноград, зерно. Блин, не, я хочу какой-то большой островок захватить потом. Что-то типа этого, да? Да. А мне все для этого готово. Нужно будет... Я так. Очень рад нашей встрече и возможности доносить правду. Или что скажете в моей... нашей газете. Так, автопубликация пусть будет. Нет правок? Правда? Конечно, правда. Давайте посмотрим, сколько будет стоить мне захватить этот остров. Я тоже хочу приносить добрые вести. Чтобы я понимал, сколько мне нужно металла. Так, плюс 700 денежек у нас есть. Это вообще шикарно. Да. Теперь я смогу оправдать ожидания. Шикарно, мы можем с ней торговать. Хорошо, что ты от меня хочешь? 8 и 10 досток. Просто золото. Хорошо, 8, 10, отлично. Давай сюда. И смотрим, смотрим, смотрим. 9, 10, ага. Сейчас мы с вами захватим, ребятушки. Есть, отлично. Захватим этот остров. Правильно? Что ты тупишь? Плыви сюда. И давай посмотрим по поводу тебя. Рада торговать видеть, могу? Дорогуша. Торговать не могу. А с тобой? Да, могу. Ага, то есть я тебе могу железо купить. Хорошо. Давай, наверное, построим. Один корабль. Отправим его... Куда мы его отправим? Его сюда отправим? Ваша голова пока на месте. Славно. Не, куда мы хотели отправить? Вот сюда вы отправить. Сюда сквозь снега. Да, нужно будет сейчас закупить все железо. Пусть делается на всякий пожарный случай. Отлично. Так, по-моему, 8-10, да? Как-то так. Все, поплыли в эту сторону. Сейчас захватим. Корабль строится. Сколько он будет строиться? 30 секунд. Отлично. Сейчас построим кораблик. А, у нас рабочих не хватает. Корабль хорошо. Построен. А, хватает рабочих. Есть работа? Да, есть. Плыви-ка ты сюда, пожалуйста. Не, погоди. Чашку чая, дорогуша. Угу. На пару палок чая. Я разожгла благовоние. Шхуна готова. Спасибо, зайчик. Так, плыви вот сюда. Так, а что наши не справляются? Задействовать. Задействовать. Нужно потушить пожар, как бы. А, ну да, ребят, нужно еще будете, знаешь, что... Пожарных. Церковь, где наши? Вы не смыслите в покере. Пожарная часть вот сюда нужно будет еще поставить, потому что здесь будут пожары, и они должны будут их тушить вот таким вот образом. Всем, пока мисс не забыл. Так. Песок не золотит это?
Где наш кораблик? Наш кораблик все еще плывет. Ага, вот он черненький, хорошо. Так, давай захватывать. Урвать чуть-чуть тут и там. Вот. Есть. Отлично. Теперь это наш островок. Что по поводу тебя? Что здесь у нас? Селитра. Давай, наверное... Это тоже остров захватим, как думаете? Пока мне здесь такая возможность. Так, плыви-ка ты сюда. Есть ли еще наш... Да, 10 штучек есть. Хорошо, будем захватывать. Капли сомнения упали. Я размышляю дни напролет. Да. Так, торговля. Церемония окончена. Посты. Отправляемся домой. Сейчас нужно будет еще один остров захватить с вами. В любом случае. Так, предупреждение. Ваши руины. Есть. Это сгорело, да, по-моему? Угу. Хорошо. Что я хотел? Я хотел взять... Погоди. Ну-ка, все собрались! Так, местная лавка, не, это мне не надо. Мне нужно товар 10 штучек перенести на корабль. И захватить еще один остров, он нам понадобится в любом случае. Как я и говорил, давай. Либо сюда, виноград, либо вот сюда. Как думаете, но он побольше, и здесь... Побольше всего влезет, да? Да, давай сюда. Захватывать. А те пусть острова эти забирают. Нам оно, в принципе, и не нужно больше. Давай, плыви. Что там по поводу заданий? Что нам нужно? Ага, завершите первый этап подготовки. Да. Сейчас мы разберемся сначала с островами, а потом уже будем со всем остальным. Есть? Да, отлично. Держите яйца в разных корзинах. Чё? Что ты сказала про мои яйца? Рады стараться. Да, спасибо. Ля, бабуся, все туда же, да? Ага, не помещается, да, так понимаю, да, 150. Улучшить пока мест не могу. Нет, не могу. Давай смотри по поводу взрывчатки. Начать этап строительства, а что не так? Ну вот, зареве, как и старик Мямли. Лучше держитесь рядом со мной. Хорошо. Талант Вилли Мямлинса нарушать даже самую приятную тишину. Подготовить участок, а почему не... я понял, почему не... Почему не идет, ребят? Потому что у нас тут нету дороги, да, я так понимаю? Правильно? Вы же за дороги не хотите ничего тут делать? Или не? Начать этап строительства. Так, распределить рабочую. Или что не так? Маленький склад. Потом снесем. Я просто не могу понять, почему они не хотят. Да, из-за склада. Из-за того, что рядышком не было склада. Давай мы рынок построим тут. Производство остановлено. Ага. Почему? Кто? Так, культура, природа, неплохой. Нужно будет потом все эти участки как-то так перенести, чтобы они не мешали друг другу. Готово. Все, готово. Можем взрывать, завершить этап. Я еще жду взрыва. Угу. Количество рабочих 100 штук, минус 130. То есть мне нужно сейчас будет рабочих, да? Рабочие, полицейский участок. Один нам нужен здесь, один нам нужен здесь. Вот таким вот образом. Здесь мы сносим.
Так, что я хотел еще? Я хотел. Оружие мне нужно. Нужно будет сделать еще оружием для... для нашего корабля, для вот этой вот пушки. Так, пиво, ячмень, да? Чей-то хмель. Так, хмель. Угу. А мы тут хмель сможем выращивать на этом острове? По-моему, хмель мы здесь выращивать с вами не сможем. Не хватает рабочей силы. И нам нужно будет искать с вами вот такую же самую карту, только с хмелем, если не ошибаюсь. Не хватает рабочей силы. Минус 180, хорошо. Давайте. Ага, не могу. Почему не могу? Потому что мне чего-то не хватает, да? Колбасня есть? Есть. Свинки есть. Нужно понять, почему я не могу. Прекрасно. Улучшить. Ага, шнапса тебе мало, да? Тебе мало шнапсика. Уже нет места. Окей, нужно будет тогда построить здесь для шнапса. Потом, наверное, я без записи как-то все перенесу. Аккуратненько сделаем. Пока мне сейчас как-то так будет. Ну, чтобы я понимал, где у меня будет производство, где у нас будет ферма. И давай посмотрим. Да, по-моему, я не смогу сделать. Не хватает рабочей силы. Да, это знаем. Давай посмотрим. 96. Да, нужно мы будет сюда. Все делаем с любовью. Сюда карту, предметы, ожидая предметы, вас, предметы. Я разожгла благовоние. Спасибо. Вот предметы. Но у тебя, по-моему, нету, да? Я знаю, что у кого-то из них... Нас не должны увидеть. Ой, да пошел ты знаешь куда. У них должны будет где-то желает, быть... Император чтобы я присоединилась к вам. Значит, я могу тебе просто купить хмель. Либо торговать с ней, да? Я ж могу здесь для помытия маршруты, карта маршруты. Что я хочу? Создать торговый маршрут. Торговый маршрут. Добавить корабль. Вот этот маленький. Добавить порт, чтобы купить. Я отбрасываю шитье, хмель. Как Мулан. Есть. И покоряю гору бизнеса. Меня ждет бесчестье. Щелкните, чтобы продать. Нет, пока мне еще продавать не надо. Так. Не хватает рабочей силы. Так, этот маршрут включает в себя всего один. Ага. Что нужно? Погоди. Щелкните. Нет, не то. Торговый путь. Так, вниз, вверх. Нет. А как добавить мне... Во! Вот таким вот образом, да? Во! А ну? Хмель есть? Пошел? Да, пошел. Отлично. Теперь мы можем с вами... с вами торговать. У нас будет хмель. Хорошо. Значит, что нужно делать? Значит, нужно поставить будет одну пивоварню. Опять же, пусть тут стоит. В дальнейшем мы ее перенесем. Что у тебя? Тебе не хватает рабочей силы, да? 100 человек. Я просто не хочу сейчас улучшать наши домики. Да я тем более еще и не могу из-за того, что у меня не хватает. Поможете нам? Да, поможем. Что тебе нужно? Кирпич 6 тонн, да, у нас такое есть. Я слушаю. Да, неплохо, забирай. Неплохо. Как только у нас будет шнапс, плюс будет одежда, так сразу явится и рабочая денежка. Так, закрыть шнапс. Давай еще производство, производство. И одежда тоже производством. Так, это мы закрываем. Нужно будет сейчас подождать. Так, вверх пошло. Рыбка, да, нужна еще. Важно оставаться верным себе. Согласен. Так, делаем вот таким вот образом и смотрим. Всегда лучше признать свое поражение, как вы и сделали. Да.
Угу, есть. Сколько мне нужно? Две штуки, да, построить? Ага, могу только одну. Хорошо. Как только будем с вами металл добывать, сразу же сможем еще один построить. Любим мы вас. Нет, правда. Уровень счастья. А что у вас с уровнем счастья? Что вы такие все злюки-буки? Так, улучшить. Хорошо. Почему я не могу других улучшить? Ваши люди чествуют своего лидера. Спасибо. Спасибо, этот спасибо. Остров принадлежит королеве? Или я могу? Можешь занять его. Этот остров прекрасен, как небесные владения Тянь. Да, вот про что я говорил, что они тоже захватят острова. Ну, две штучки у меня есть. Два острова. Поселение. Хотя, возможно, может, мы тут хмель с вами будем выращивать. Как думаете? У меня же есть еще металл. Сейчас давай посмотрим. Есть, хорошо. Вот так хорошо. Поплыли, захватим. И будем с вами здесь хмель производить. Нужно будет, конечно, сюда... Блин, рабочих нанимать и все. Я стремлюсь к гармонии. Ваше сердце сияет белой яшмой. Спасибо. Я знаю, что такое яшма, но спасибо. Покинь есть. Воды суровой Энни, иначе она тебе мачту снесет. Все, ухожу. Энни, ухожу. Ну разве не мило? Здесь у нас производится две штуки. Да, отличным. Открыть новый остров. Мы молодцы, мы с вами умнички. Что мне нужно? Мне нужно рабочих. У меня 400 рабочих не хватает. А не хватает из-за того, что... Вам неприлично везет с островами. Ну, не завидуй. Уровень счастья. Не хватает одежды, да, вам? А вам... Говорят, кому-то живется лучше. Да, вам одежды не хватает. Хорошо. Сейчас вам будет, ребятки, одежда. Не переживайте. Нужно будет еще, наверное, построить. Одежду. Одежду мы ставим с вами вот сюда. Есть. И вот сюда. Сейчас пойдет одежда. Наши жители будут довольны. Мы с вами сможем потом добывать металл. Ну, нужно будет подождать. Так, давайте, наверное, на этом мы серию с вами закончим. В следующей серии мы уже продолжим наше строительство. Не знаю, наверное, пока не завершать, да? Ваши соперники разорвали торговое соглашение. Давай нажмем на паузу, пока мы не будем не завершать с вами это все сделаем. Я посмотрю, перестрою немножко островок. Может, по-другому еще сделаем, чтобы у нас все пошло по-нормальному. И потом уже продолжим. Так что все, всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока и до потом. И в следующей серии уже будем с вами добывать металл. А сейчас я посмотрю, как его реально переделать, чтобы оно в кучу вот так вот не стояло. Где-то, возможно, у меня здесь просто будет поля на одной стороне. На второй стороне будет просто производство. Здесь, к примеру, у меня будет, не знаю, здесь будет поля. У меня чисто полями будет все засеяно. Как думаете? Думаю, будет неплохо, да? А здесь у нас, например, будет производством. Только нужно будет посмотреть, как это все аккуратненько сделать. Так что все. Всем мур-мур и до потом, ребята.